Thank you.
Thank you.
на вас, как у благодатный человека любит всегда, ныне и присно и во веки веков. Всякой несии, яко заградившийся устав благовещих и праведных.
На мне утвердись, ярость Твоя, и вся боль Моя наделится на мя. Упарилась и знамы Твои как мне, положишь ты мерзость себе, предан бык и не исхождал. Очи мои из Твоего гостя нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, воздел Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесим в гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя и земли забвений, и раз к Тебе, Господи, возвал и утром молитва моя притворится, спой, Господи, отрекши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий из масных трудех от юности моя, вознесшийся смирись из немого, на мне придоши гневе Твои, устрашение Твоя возбудишь меня, ободоши моя хвода везде не держашь меня в купе, ударились от недруга искреннего и знамя от страстей, Господи Боже, спасение моего в огне возбахе, нащипни Тобою, да мне и плетя молитва моя, на них ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренне моя имя Святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех настояний Его, очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, величающего для милости и щедротами, исполняющего Твои желания Твои, обновителя Духовной юность Твоя, творяй милостыню Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своему и сердце того Израиля, хотение Своя, щедрый милости Господь, благодетели и многомилости, не до конца прогневаться, не жалея враждуя, не по беззакониям нашим сотворил ясна, ниже по грехам нашим воздал ясна, как по высоте небесной от земли, утвердил есть Господь милость Твою на боящийся Его, велико стоят восход за запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щели дади сыны, ущели Господь боящийся Его, яко же возна создание наше, помянуя как версии с моим, человек, яко трава дни Его, яко свет сильный правда о свете, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому место своего. Милый же Господний от века и до века на боящийся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящий завет Его, и помнящий заповеди Его творития. Господь не висит на том престол свой царство, во всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, отворяющие слово Его, услышите глас Творец Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души моления мои, воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в сын с рабом Твоим. Яко не храбрится пред Тобой, всяк живый, яко погнал как душу мою, смирил не в землю живот мой, посадил весь в землю, в преконец для века, и уныл во мне дух мой, во мне светится сердце мое, помянут в небремне, поучись во всех делях Твоим, творением Богу Твоей поучался, воздел к Тебе руцы мои, душа моя, как земля бесплодная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уродись нисходящий кров. Слышу, но сотвори меня за утро, милость Твоя, когда тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь Божий пройду, я к Тебе взял душу мою, изгни меня от прав мой, Господи, к Тебе в небе Бог. Научи меня творить и волю Твою, как Ты си Бог мой. Дух Твой молит настаивает на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня в правду Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся остужающая души моя, как азарам Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не в ныне с рабом Твоим. Услыши меня, Господи,
слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. И нам, Господу, помолимся.
Thank you.
Чистите, Господи, все святые Твои,
Thank you.
Oh.
я же прияжа святыни своя, и из дожа встретения жениху. Пять же пятних мудры, и пять еродивы, еродивы же приимши святыни своя, не взяши с собой елея. Мудрые же прияжи елей сосуди со святыники своими, коснящую же жениху, воздремавшаяся вся из паху, полумощи живого быст, все жених глядет, исходите встретили его. Когда оставшиеся девотые и украсившие светильники своя, еродивые же мудрым леша, дадите нам имя вашего, я по светильнице нашу угасаю. Отвечаше же мудрое глаголище, и да как он не достанет нам и вам, идите же паче продающим и купите себе. Идущим же им купите, приидите жених, и готовые не тоже с ним на браке, и за творение высшей вере. Последи же придоши и прочие девы глаголище, Господи, Господи, отверзи нам. Он же отвечав речей, а не глаголю вам, не верм вас, бдите куба, я по невесте дней и часа, он же сын человеческий. Thank you.
покорные, и же победнее светло прозднее. Преподобного Сергия Юмирадонежского всея России чудотворца, святые блаженные сеяния петербургские, святых мучениц веры, надежды, любови и матери Софии, святых земли белорусские, святых и праведных Бога Отец и Акима и Анны, святых и же есть день и всех святых. Молимся многомилостивый Господи, услыши нас грешные, молящиеся Тебе, и помилуй нас.
Спасибо.
Друг друга и весь живот наш, Христу, Богу, и родителю.
Thank you.
сохраними стране нашей, власти, воинстве и народ ее, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй,
наш, молитвами пречистые, своей Матери Святославных всех важных апостолов, святых преподобных мучениц, великой княгини Елизаветы и княгини Варвары, их же и памятными совершает, святых праведных Бога Отец Иаким и Анны, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Thank you.
яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Святые преподобоносницы, великой Богиня Заветная Благодаря, молите Бога. Thank you.
праздником, монастырским, сестрическим, подгорским, с праздником наших святых, которые являют нам свою жизнь, и мы имеем ориентиры, потому что можно заблудиться, нам нужен ориентир, потому что одни говорят одно, другое другое, мир построен постоянно, а в постоянстве меняются вкусы, взгляды, политика, перекраивается этот земной шар, и все это, понимаете, временно. Нам нужны эти ориентиры. Преподобно мученица была очень красивый человек, и внутренний, и внешний. В ней действительно было вот это сочетание красоты. Красота спасает мир, Достоевский. И душа ее стремилась к Богу, и поэтому в какой-то момент она оставила своих сродников, как бы. Она приняла православие, потому что в православии она увидела, прикоснулась к красоте, источник которой Христос. И это изменило ее жизнь. Это поменяло даже ее роль. Она стала русской. Не только по букве, потому что она была замужем за великим князем церкви, а по духу. И в этом мире, который уже был загнивший, прогнивший, вот эта красота, она светилась, и она победила этот мир, потому что Христос победил этот мир. Она не прокляла своих убийц, насильников, тех, кто разрушали эту красоту. Она молилась за них, не ведает, что творят. Победа Христа. Врагу надо, чтобы мы вступили в войну. И гражданская война – это ничто не иное, как сталкивание людей, которые не понимают, кто их сталкивает. Они борются за какие-то идеи, которые не стоят. Все, что нужно, у нас есть, и мы знаем, за что нам нужно бороться. Но это война внутренняя, за сердце, за ум, за слово, за душу каждого человека, который рядом с тобой, и за свою душу. Поэтому, конечно же, мы всегда ждем этот праздник. И наши сестры нас не подумали. Эта красота, которая была в этом святой, она все-таки, хочу немножко так надеяться, что она все-таки отражается на том, что делается в монастыре. И внешне хотелось бы, чтобы и внутри. Потому что грех это, конечно же, нет. Это не любовь, это безобразие, это разрушение, это осквернение. И поэтому мы воюем, да, за человека, за семью, за этот мир, за людей, которые страдают от того, что они не знают этой красоты, что они потеряли ее. И поэтому сотни людей, а конкретно почти 2000, за стенами нашего монастыря сидят или лежат в психиатрической больнице, потому что человек уходит, озлобляется, от чего депрессия, от чего вот эти, как сегодня говорят, панические атаки, от чего, понимаете, да, мы можем сказать, это экология, это еще что-то такое, от чего экология, опять же, от красоты человека, от того, что ты приходишь куда-нибудь на красивую природу, а там уже кто-то пыль.
разбросаны курки, бумага, бутылки. Это что? Это не красота, это состояние души людей, которые приехали попользоваться и все свернить вокруг себя. Как важно, порубиться. И помни слова преподобного Серафима, что стяжает в себе мир, когда вокруг тебя будет спасение, любовь, красота. А мы, зараженные грехом, мучаемся, путаемся, блуждаем, хотя все просто. Люби Бога и верь, что хочешь. И что хочешь, не верь. Люби Бога, доверяй Богу. И не унывай, не отчаивайся в любых обстоятельствах, где бы ты ни оказался. Хоть в тюрьме, хоть в больнице, хоть вообще неизвестно где, на улице. Но если ты со Христом, Он верит, Он тебя будет вести дальше. До конца. Не потерять Христа для нас важно. Поэтому, конечно же, я очень поздравляю всех сестер, братьев наших с этим праздником. Я желаю им как можно больше вот этой красоты внутренней, чтобы этой красотой мы делились с людьми, которые еще находятся в диком состоянии. Не доверяют Богу. Которые, конечно же, мучаются сами и мучают друг друга. Потому что Христа нет посреди. Христос будет посреди нас. Потому что у них нет опоры, у них нет смысла жизни. Так люди многие приходят и говорят, а зачем я живу? Жизнь потеряла всякий смысл. Когда еще был кто-то, я нужен был кому-то, а сейчас я никому не нужен, и мне непонятно, зачем жить дальше. Представляете, какое ужасное, до какого состояния может дойти человек, когда жизнь становится уже в тягости. И вчера я отвечал на вопросы, и там один из вопросов, там брат какой-то пишет, батюшка, можно мне пожелать себе смерти, я, конечно, сам себя не убиваю, я верующий человек, я уже жить не могу, мне уже все надоело вообще. Я там пытался, сказал, умереть дурак, мне надо жить, но учиться же, наверное, по-моему, чтобы жизнь была не таким жалким существованием, уже потеряла всякую цену. Жизнь очень дорога. Мы должны дорожить жизнью. Жизнь – это дар Божий. Мы должны каждый день благодарить Бога за прожитый день, что нам Господь дал этот день. И мы должны трудиться. Если у тебя болят руки и ноги, ты можешь трудиться умом, сердцем. Ты можешь быть все время с Богом и молиться за тех людей, кто еще не пришел к Богу. Преподобная мученица Елизавета служила Богу ближнему, служила не боясь заразиться, заболеть. Вот знаете, мы сейчас боимся, да? А вдруг что-то? Она ходила на этот хитров рынок. Я думаю, там была гораздо круче обстановка, чем здесь, понимаете, трущобы. Там были болезни, конечно, гораздо сложнее. И она не боялась. Она приходила, она приводила этих больных людей, понимаете, бездомных, грязных, обмывали, помогали, пытались их поставить на ноги и дать им смысл, труд какой-то, понимаете. Это очень важно, понимаете, пример вот эти для нас, для всех. Мы можем вообще забыть все, что было в истории церкви, начать ее совершенно с другого конца. Поэтому нам важно вот эти наши святые примеры. Понимаете, когда ее убивали, она думала о других, перевязывая раны великому князю Иоанну и другим мученикам, которые страдали в шахте. Она действительно пела и с херувимом пела, потому что выносила спение. Вот жизнь во Христе. Если мы хотим такой жизни, она будет. А если мы хотим стерильности, если мы хотим, чтобы нас не трогали, чтобы нам никто не мешал, чтобы у нас было всего навалом, понимаете, завал, чтобы у нас было кругом счастье и все светло, но это уже другая тема, понимаете, это не для Христа. Любовь до конца. Да, вот что, любовь до конца.
больше ничего не надо. Так что, дорогие мои, будем искать любовь, доброту и красоту, которая, безусловно, в каждом из нас есть. Но ее нужно не зарывать, не засорять, потому что в ней столько всего мусора кругом, понимаете? И когда человек не хранит свое сердце, когда человек не думает, понимаете, что он смотрит, да, сейчас человек говорит, вот я нажал кнопку, а там выскочила какая-то гадость. Я выпил какую-то, понимаете, какую-то отраву, и душа стала болеть. Но храм, слава Богу, у нас есть исповедь, но не надо нажимать кнопки, когда не знаешь, как ими пользоваться. Поэтому сейчас столько много мусора, и оно все настроено на то, чтобы человека увлечь, завлечь, а потом его добить где-то, понимаете, когда он потеряет бдительность. Поэтому нам нужна красота, нам нужна вера. Без которых жить мы уже не сможем. Не сможем. И это хорошо. Христос – моя жизнь, и другой жизни нам с вами не надо. С праздником! Завтра 8 часов. Спасибо. И другие, местный ход, подосвятый молебен, все предположено, а так, как надо.